даже имеется какой-то арт-объект. Таких домов мне еще нигде не попадалось. Вот такие здесь кульные домишки. На окраине Дюссельдорфа находится вот такой замечательный домик. Тут целая улица такая в граффити вся расписанная. Так вот оформлен здесь подъезд. Немного психоделической манере. Он совершенно случайно набрел на это здание, вот, поэтому гуляя по Дюссельдорфу. И вот, честно говоря, пока не понимаю, что здесь находится. Но здание очень такое яркое. Ну, я так понимаю, здесь художники живут, скорее всего. И вот одна из табличек. Да, скорее всего, это художественные мастерские здесь находятся. Ну и понятное дело, что художники здесь живут. Находятся действительно на окраине Дюссельдорфа, и вот здесь вообще такие психоделические цвета. Хотя на самом деле в китайском стиле рисунок. Смотрите, что здесь написано над входом: Центральный комитет. Но дверь уже сзади закрыта. В общем, вот эта вся улица такая веселая. На обратной стороне тоже домишки разукрашенные. Я так полагаю, что это занятые художниками дома. Вот так называемые сквоты уже с давнешних времен. Здесь вот там граффити вдоль всех домов на этом доме. Насекомые представлены. На домах напротив вот такой человечек изображен тоже. Художники не знают границ фантазии. Вагончики старые, исписанные. Очередной дом в совершенно другом стиле, отличается от предыдущих. Каждый дом в своем исполнении. Да, и вот здесь, соответственно, на этих плакатах рассказывается, ну вот как раз таки про то, что как происходило заселение данных домов и как вообще в Германии боролись вот эти так называемые сквоттеры за заселение домов. Можно видеть, что вагончик также с этой стороны расписали, пытаясь его стилизовать под роспись наружных стен дома. Вот так вот это выглядит. Ну, вагончики, конечно, действительно, по-моему, с 89 года здесь стоят, уже на спущенных покрышках. Дома, как мы видим, вот старые. Но это, наверное, уже новая лепнина с языками.
стилизованная под старину. Так уже никто не делает, конечно. Ну, художники привносят какие-то свои штрихи. Кругом вот такие вагончики. Не знаю, что в них. Но они с парковыми колесами, видимо, здесь вообще давно стоят. Своя тусовка. Сейчас пока что здесь затишье, возможно. Ближе к выходным что-то здесь организуются, какие-то мероприятия, пати, вечеринки. Смотрите, улица так и идет дальше. Очень. Тут можно целый репортаж снять про эту улицу. Дома все пестрые, яркими красками светятся. В общем, чем дальше, тем здесь вот окна заклеены газетками. Вот такой вот яркий уголок Дюссельдорфа. Старый Мерседес пожарный с мигалками стоит, до сих пор используется. Очередной дом с кучей различных мото на немецком языке с призывами художников к усовершенствованию мира. Очередной домик. Плакаты здесь кругом, здесь можно, ну, ходить читать вообще, как это все было устроено, как они боролись за свои права, как жители данных домов. Вот в 89-м году они наставили на эти вагончики. Таких домов мне еще нигде не попадалось. Очень такое интересное решение. На этом белом здании сверху можно видеть инсталляцию. Что здесь только можно не увидеть. Ну, в основном, да, против фашизма, нацизма можно видеть здесь. Ну и, конечно же, различные феминистские высказывания в том числе. На торце дома выполнено и представляет собой произведение искусства. Прикольно сделано, от классицизма к современности. Очень круто вписано в данный уголок.